Всем привет, ребят. Сегодня понедельник. Какое сегодня число? Я, если честно, даже в числах потерялась уже. 14 марта сегодня. Солнышко, погода хорошая. Дети в школе. Я готовлю обед. Конь, ты опять гулять хочешь? Я тебя только что выгуливала. Или ты хочешь на солнышке погреться? Да? На месте стой, пожалуйста. Все. Нет, не туда, а сюда. Ты перепутала, мадам. Перепутала выход. У нас так тепло. Все, сейчас она тут присядет. Будет греться. Все, так вот. Загорайте. Ну, я вот так вот оставлю приоткрытой немножко, чтобы, если что, она пошла на травку. И пусть греется. Филька, как всегда, на столе. Да, мур. Что тебе, мур? Мур. Хулиган, ты чего вчера натворил? Ты что вчера натворил? Он взял и оторвал цветок, который я так долго жду, пока расцветет. Вот он. Этот вот, я не знаю, я его сюда воткнула в землю. А? Что будет? Наверное, ничего не будет. Ну, в общем, он вчера вот так вот прям оторвал, вот один остался. Так я ждала, хотела посмотреть, как он зацветет. Алоэ. И все. Ты сделал, да? Ты сделал, хулиган. Нехороший мальчик. Хулиганист ты такой, а? Везде тебе надо, да? Вот такая вот морда ты. Морда ты хулиганистая. Пышнее становится шерстка на грудке. Цветочки наши еще стоят, розочки. Еще, знаете, такие бодренькие. А вот тюльпанчики уже все. Вот уже. Уже осыпаются. Я уже не помню, какие мои. Либо белые, либо желтые. Не помню, какие мне Макс подарил. Мне тоже нужно водичку поменять. Надо срезать и воду поменять. Все. Суп я сварила. Пойду я за Максом. В то время уже... Все, уже 11:45. Первые двое пришли. Боня, кто пришел? Та-дам! Каролина, Маргарита. Ты зачем так кидаешь рюкзак? Сразу видно, любит школу, да? Не надо так раскидывать. Да. Ты сегодня на велике в обед поедешь? Да. Филя, все. Иди мойся в другую комнату. Забери его, пожалуйста. Подожди, карточка тут. Мама, у нас сегодня динеро. И нету. Да, ты другую открыла. Мама! Что ты, зачем ты целый кусок бросила в суп? Приятного аппетита. Ну, что ты делаешь? Бутерброд, что ли? С лапшой на хлеб? Будем обедать? Мама, смотри, я уже понимаю. Смотри, тут одна. Да. Тут одна. Да. Смотри, смотри. Потрясешь, и потом она уходит, да? Все, она ушла. Чу! Вкусно? Маргарита. Подавишься, говорю, сейчас. Сидят вдвоем, там говорят непонятно и смеются. Я тоже хочу посмеяться. Расскажи. Ты не поймешь. Почему? О, Бонька там. Так, йогурт. Нет, сильно. У нее так пальцы гнутся. У тебя гнутся так? Нет. Из чего у вас пальцы? Смотри, у нее это вообще так... Видишь, как говоришь? А мой? У тебя резиновый палец, что ли? Кашу суапу, Марку. Это ненормально. Смотри, вот это вот резиновая. Нет, я не могу так. Так вниз. У меня даже рука так не гнется, видишь, смотри. А я тоже там могу. Мама. Там лодочка. Мама. Мама. Лицо замерзло. Мама, мне хотелось сказать йогурт, но я сказала якорь. Смешно. Ого. Ошибка! По математике? Я на 20. Сюша. Ну, мама, я за 20.
постоянно одна ошибка, Ксюша. Всегда, всегда. Ты проверяла, надо было проверить. Да, я проверяла. Ну, плохо проверила. Что за браво, что за браво вообще? Это браво, 5,9, почти шестерка. Мама, если бы у меня была, если бы у меня было все правильно, у меня бы была шестерка с звездочкой. 5,9, что ты? Нет. Не нравится, говорит. Я думала, могу хватить. Я думала, у нее там сейчас тройка. У нее 5,9. Ей нравится? Да, нет. У Вероники у нее, наверное, 1,8, я слышала. Потому что тут же 60, угу. И за 10 ошибок у тебя будет пятерка, угу. Каждая это. И у нее 18 прав. Вам на время, да? За время решаете? За 15 минут. Ну нормально, 5,9 что-то, блин. Обидно, конечно, из одной ошибки. Ну у тебя так всегда уже, у тебя уже это все. И у одной девочки из 5 класса там было... 5 умножить на 100 будет 40, угу. Она написала 4. Из-за этого 5, у нее 5,8, 40. Из-за этого у нее 5,9. Ну вот, видишь. Просто невнимательно. Просто как может так... А что у тебя такой пушок на голове? Из-за шампуня, да? Из-за шампуня этого, который ты сделала. Я хочу... Мама, нет, правда, я хочу. Я хочу джжжж. Она хочет джжжж. Ну давай не сеть, я сделаю джжжж. Я хочу, чтобы тут было где-то 5 сантиметров, потом я все белое. Это она вчера помыла шампунем, который от перхоти. И сегодня утром у меня тут было вот так и вот так. Вот такой. Знаешь почему? Потому что ты заснула с мокрой головой. Просто вот такая... Она заснула вчера с мокрой головой. И еще с полотенцем она была. Я потом ей полотенце сняла. А я тут не просыпаюсь, думала, почему у меня полотенце пропало. Захожу в комнату, она спит. У нее полотенце на голове, она спит. Я подошла, размотала такая, она даже не проснулась. Ой, Ксюша, ну так бы не высохли бы волосы. Убираем машинку. Отправливайся. А где у нас утюг? Утюг? Да. Утюжок. Маргарита. Маргарита, у тебя утюжок? Мама. Мама, ну да. Да, я же убрала их. Когда? Ой, мама! Я же сделала! Нет, недолго. Тебе что, только верхушечку надо. О, видишь? Все. Да, ну вот эту дай поближе, подойди ко мне. Что, меня боишься, что ли? Я тебя что, прожгу сейчас? Как только ты помоешь, они опять будут кушаться. Все. Да. А другую тоже? Нет. Почему? Потому чтобы не пушились они. Нет уже больше. Видишь, все равно. Надо велосипед Маргоши достать. Мама, когда Маргоша... Бонни, нельзя. Когда все уже... Стоит на солнышке, греется. Давай я тебе дам шарфик. У меня есть один шарфик, чтобы ты дышала в него. Или сейчас не так холодно? Какой шарф? Ну, вон там. Открой тумбочку. Вот этот. Это? Да. Мама. Он как бы не сильно такой толстый, но если ты его замотаешь, ты можешь дышать. Его, да. Хорошо? Видишь, я не спросила. Ну вот, надо спрашивать. Я же говорю, когда ты спрашиваешь, она тебе разрешит и не будет злиться. А если ты без спроса возьмешь, больше ругаться будете. Шлем.
Надо, надо. Ой. А у меня не работает, кстати, еще интернет в телефоне. У тебя работает? Только нечестно. Я тебе помогу открою. Да, но они ставят на время, не на целый день, на два дня. Это на время кто-то приехал и уехал. Ой-ой, там Бонька. Пока. Пока. Давай, осторожно. Дыши в тряпочку. Пока. Многие спрашивали, что у нас за дверь в коридоре. Вот это, получается, входная дверь. И тут у нас еще одна. Многие думали, что это кладовка. Но это не кладовка, это у нас второй туалет маленький. Вот это душевая кабина только. Здесь у нас кот, туалет кота. Вот раковина, унитаз. Ну, в общем, второй туалет, гостевой. Сейчас хочу деткам поменять постельное белье, постирать. И пропылесосить еще матрасы. У Каролины сердечки висят еще. Она тут вон поцелуйчики оставляла. Так, ладно, нужно. Будем работать, да? Да, Бонь? Еще нужно постирать. Бонюшечка. Также пропылесосить игрушки все мягкие, потому что на них очень много собирается пыли. Вот, поэтому также этим пылесосом просто я сейчас возьму другую насадку. Так, вот эту вот насадочку я возьму. Вот, и пройдусь по игрушкам, по всем. Так, вот, смотрите, вот, пропылесосила только один матрас. Смотрите, какая вода стала. Только полимер. Так, а Филька там в машинке играет, я так понимаю, да, Филь? Филя. Кс-кс. Ай, Филька, Филька, нашел себе занятие. Так, ну и все. Включаем и поехали. И так вот пылесосить. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late. To let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt. Так, все, с этой комнатой я закончила. Осталось только загрузить стирку, это все постирать, постельное белье. Все пропылесосила, постель, игрушки. Филька, ходишь, проверяешь. Что тут я наделала? Филиппушечка, ложись, Филиппушечка. Ты тут будешь лежать, как игрушка мягкая. Так вот. О! Ничего себе, карандаш сюда попал даже. Что там с нашей водичкой? Пропылесосила у Ксюши еще. Немного ковры. О, боже мой.
Да, такое ощущение, что год не убирали в квартире, не пылесосили. Ксюнечка вернулся. Что делаем? Тики-токи. Тики-токи смотрим. Маргоша вернулась. Бонечка. Она убежала. Сегодня. Каролина открыла дверь, и она убежала. Как, нормально доехала? Не замерзла? Нет. Посижу немножко на улице. Поем бананчик на солнышке. Самолеты летают. Так вот. Молодцы, делают уроки. А ты что, слушаешь музыку и уроки делаешь? Да. А ты что делаешь? Математику. Математику? Что там проходите интересного? Ничего. Ничего, ничего интересного, да? А вы что проходите? Это какой? Ничего, это просто нужно слышать. Немецкий? Да. Что-то ты раньше, по-моему, крупнее писала. Сейчас такие прям мелкие-мелкие буковки. Покрупнее писала раньше. Мне нужно готовить ужин, потому что уже скоро приедет папа, уже 4 часа. Через полчаса он заканчивает, где-то в 5 часов он приедет. Нужно готовить ужин. А что готовить? Что приготовить? Не знаешь? Я тоже не знаю. Я тоже не знаю, что приготовить. Я устала. Все намыла, начистила. Читала один комментарий под своим видео про уборку, когда я убирала. То, что со стороны смотрится, как будто мне это в кайф, что я просто обожаю убирать. Ну, не всегда. Иногда я это делаю для того, чтобы мысли всякие разные, плохие, не лезли в голову. Просто иду и убираю. Все подряд. Все, начинаю мыть, пылесосить, убирать, стирать. Лишь бы не сидеть, ни о чем не думать о плохом. Вот. Не всегда я убираю, конечно, с желанием. Не всегда, потому что я хочу. Иногда просто, чтобы голову занять чем-то. Инстаграм вроде бы не отключили. В России еще. Я на кого подписана из русских блогеров, пока еще вроде они на связи. Кстати, говорят про одно приложение, которое называется VPN. Скачиваешь приложение, отмечаешь другую страну, тогда все работает. Все приложения, и YouTube, и TikTok работает, Instagram. В общем, я не знаю. Ну, в принципе, мне... Нет необходимости устанавливать. В России устанавливают эту программу VPN. Поэтому, если у кого-то что-то не работает, устанавливайте эту программку, отмечайте любую страну, вот, и будете смотреть, в принципе, все, что хотите. Я придумала, что я буду готовить. Я уже перекрутила фарш говяжий и лаваш. Буду делать. Будем сегодня мы кушать фахитос. Я пережарю сейчас фарш с томатной пастой, с кукурузой консервированной. И потом нарежу отдельно овощи, огурчики, помидорчики, салат. В общем, это все складывается, заворачивается. Типа кебаб. Только фарш у нас будет. Обжарю сначала фарш. Так, томатная паста. Ванилька. Я уже добавила томатную пасту, немножко водички. Сейчас она вот так вот потушится, и начинка готова. Лаваш потом нужно просто в духовке подогреть его, чтобы он был тепленький. Берем кукурузку и высыпаем. Ну, я высыпаю целую баночку. Одна ускакала. Так, и все, сейчас пару минуток и буду выключать. И теперь я начинаю нарезать овощи. Огурчики уже порезала, сейчас буду резать помидорчики. В принципе, можно резать, как вы хотите. Хоть соломкой, хоть кругляшками, хоть квадратиками. Как вам удобно. Я еще хочу огурчики соленые нарезать. Как их нарезать? Просто так вот кругляшочками нарежу, да и все. Так вот. Относим это все на стол. И каждый сам себе будет делать так, как он хочет. И с чем хочет. И вот так вот. Все. Сейчас переложу фарш в тарелку. И все. Теперь все на месте. Так, сейчас я буду греть
лаваш. Да, Бунь? Фахитас. Это буррито. Ой, кейсы собрано. Фахитас и что-то с тем вот. Фахитас и там другие совсем. Они же вот такие, они вот да. Такие да. Маленькие. Да, да, да. Одни фахитас. Нет. Это буррито. Ну ты понял, порфиано. Так, бабуля сейчас придет. Берем соус любой. Кому намаз? Ксюша, будешь? Я что-то много сделала. Будешь? Да. А. Помидорка. Салатик. Белый сок, да? Морковку. Выдави мне. Огурчики. Мне нет сил давить такое. Как с сахаром. Так, и все, теперь заворачиваем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Как ты коряешься? И вот так вот. Поняли? Все. Теперь кушаем. Круто поджарить его на гриле, да? Угу. Было бы вообще супер. Ну, гриля у нас нет. Ладно, будем так. Все, приятного всем аппетита. Макс с Каролиной на улице гуляют, поэтому они немножко позже будут ужинать. Не с нами. У Каролины постельное белье еще не высохло, поэтому я ей постелила Машу и Медведь. Вообще она всегда... А у меня рыбка. Только Бэби Йода просит. Тебя рыбка, да. Немо. Каролина, все, телефончик убираем. Алоэ вера, сейчас лицо себе помажу перед сном. Правильно, складывай и в шкаф. Посмотри, чисто ли, по-моему, она уже грязная. Там пятна какие-то были. Отнеси в стирку лучше. Холодненькая, буду наносить. Оно очень неудобно наносится, потому что она тянется, видите как. Это что? Она вон тянется, неудобно наносить. Мама, это что? Это? Алоэ вера. Не тянулась сильно. Тебе тоже намазать? А. Нет? Ага. Маргулина. Буратино. Маргулина. Маргулина. Тебе во сколько завтра? Рано утром. Рано, дяди. Ну что ты в школу дульку не делаешь? С чем? Ну тебе идет. Нет. Тебе мама. Идет? Да. А. Ну посмотри. Мама, у меня вот эти вот волосы. Ну что? Я в ухе бонька. Ровксеня. AirPods. Упал. Мама, бей. Бонни, нельзя это грызть. Маргарита, она сгрызет сейчас твой этот наушник. Шай AirPods. Я знаю. О, что я тут нашла? Смотрите, это кто у нас тут? Ну, фокус, ты где? Фокус. Что такое с фокусом? О. Ну, куку, фокус, ты чё? О. Да сколько тебе здесь лет? По-моему, это первый класс. Киндергартен. Нет, первый класс. А это у нас... О, смотри, как изменилось. О. Улыбка та же осталась, да? Улыбка та же осталась. Пораньше ложись, иначе утром потом встать не можешь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что там за концерт у вас? Один барабанит, другая танцует. Каролина. Все, укрываемся. Укрываемся. За что это такое? Кузя. Видео нашла? Ты его фотографировала в первый день, да? Это что? Ну что, ребят, буду я заканчивать влог на сегодня. Сейчас буду работать, скину все файлы и займусь монтажом. Время у нас 10 часов, ну как раз
до 11, до 11:30, и потом спать. Вот, так что увидимся в следующем влоге. Всем спокойной ночи. Бонька там кушает. Всем спокойной ночи и до завтра.